В Гааге подписали обновленную версию Европейской энергетической хартии. Документ был разработан в период председательства Казахстана в этом крупном международном объединении. Базой для его подписания стали выводы декларации, которая была принята в рамках 25-й сессии в Астане в ноябре прошлого года. Новый документ призван регулировать процессы глобального регионального энергорынков и обеспечивать энергетическую безопасность. Благодаря усилиям наших экспертов в этом году к хартии захотели присоединиться еще несколько африканских, латиноамериканских и азиатских стран, среди которых и такая крупная мировая держава, как Китай. Они сегодня подписали ее. Это нас тоже радует, потому что нельзя транспортировать огромные объемы газа, нефти между нашими странами и в то же время не иметь какого-то руля. Да, есть соглашения двусторонние, многосторонние, но тем не менее этот документ, он позволяет как бы создавать основу для безопасной транспортировки и взаимовыгодной торговли энергоресурсами.